Образование и практика, новейшие технологии и, конечно, процветание «Альма-Матер». Эти другие темы обсуждали выпускники РУДН на встрече с ректором Владимиром Филипповым. Выпускники, достигшие успеха каждой в своей области, гордость и лицо вуза. Несмотря на занятость, они принимают активное участие в развитии университета. Российский университет дружбы народов ежегодно делит 4-6 места с образовательными учреждениями России, лидирует по степени интернационализации среди стран СНГ и БРИКС. И это не предел, ведь РУДН обладает большим потенциалом, ему есть куда расти. Важными вопросами остаются усиление контакта с выпускниками, осуществление практики для студентов университета, их дальнейшее трудоустройство. Предоставление практики – поле взаимовыгодных интересов. Студент получает опыт и стаж, а работодатель – новые кадры. Поэтому во главу угла ставится развитие сотрудничества между выпускниками и университетом. Ведь одной из сильных сторон вуза был остается тот факт, что здесь обучаются студенты из 150 стран, а значит, есть связи по всему миру. Чтобы специалистам проще было общаться друг с другом и поддерживать связь с университетом, действует Ассоциация выпускников РУДН. О ее истории и деятельности рассказал на встрече директор ассоциации Владимир Четий. Уделили внимание вопросу создания имиджа РУДН, его продвижения не только в России, но и за рубежом, чтобы количество поступающих увеличилось и университет процветал. Следующий год станет юбилейным. РУДН исполнится 55 лет. 2 пятерки. Отличные оценки за подготовку квалифицированных кадров, высокое качество образования и формирование мировой элиты. Ольга Бакавнева, Азим Шахриар. Новости ТВ РУДН.